Так, Олег, давай в стороночку отойди сейчас, потому что они двигаться начнут. Пожалуйста, по треугольнику. Заходишь за эксперта, и движение начинаешь не у эксперта под носом, ну, из-под носа, а из-за спины как бы. Иди прям, просто заходи буквально за спину к эксперту. Вот, и оттуда начинает движение. Эксперт поймет, что, что ты, почему ты это делаешь. Для моей актуально, пока она разгонится. Да, платным тоже актуально. Так, когда тормозная. Ну да, получается, начинаешь ты за спиной, а заканчиваешь, ставишь собаку в стойку, вот, ну, такая, конечно, на самом деле. Особо не разводишь. Побольше, ну, да. Прям сразу особо перед ним. Место. Стой. Ну, в целом, смысл такой, то есть ты начинаешь, стартуешь за спиной эксперта, вот, треугольник, ну, как бы, господи, двигаешься от эксперта, двигаешься параллельно, двигаешься на эксперта, и возвращаешься, получается, не за спину, не вот сюда, а для, ну, на такое расстояние, чтобы показать эксперту собаку в стойке. Все. Когда на трезвость тоже.